Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале директора Адлера. Я нахожусь в поселке Красная Поляна в сквере Горный. Вот я только что потренировался, поделал тут становую тягу и сделал об этом отдельный ролик. И рассказал, почему я ее делаю и вообще, что это очень сильное, мощное упражнение. Для чего, как, почему, скоро выйдет на канале. А сейчас я хочу просто в бахилах, в этот сильнейший ливень пройти через поселок Красная Поляна по главной улице и дойти до Золотой Невы, тоже до центра. В общем, весь центр пройдем, Красная Поляна в дождь. Вот такой вид тут на Черную пирамиду открывается. Вышли на улицу Заповедная и поднимаемся к улице Турчинского. Вот я в бахилах, чтобы не промокнуть. У нас тут прекрасные виды. Я, кстати, делаю кадры для своего телеграм-канала и буду делать пост сейчас в конце ролика. Подписывайтесь, чтобы не пропустить пост. Также я буду сегодня запускать стрим с гриль-бара «Скала». Там будет выступать певец, мне задонатил подписчик. Вот я приехал провести стрим с гриль-бара «Скала». И если вы подписаны, вы, конечно же, тоже увидите его. Если нет, то подпишитесь, чтобы не пропускать стримы. Смотрите, как поливает. Дорога течет. Сапоги резиновые надо доставать. Не зря бахилы я взял. Так, это что-то они не подрасчитали, им надо было с этой стороны пешеходный переход делать. Так, вот мы на улицу Турчинского вышли. Так, идем по центральной улице Турчинского. Так, идем. Вы пока, друзья, напишите, как у вас там дела, как настроение, как погода. У нас вот подиспортилось. Напишите, как вам мои ролики, нравятся или нет. Мне будет интересно почитать. Я вообще в поляну, в дождь вообще не приезжаю. Сегодня приехал, потому что подписчик задонатил. Если хотите, чтобы я тоже съездил так же, тоже, если хотите, донатьте, и поеду, сниму, что вы хотите. Смотрите, какие капельки на сосенке. Вот я это сфотографировал для подписчиков, чтобы они знали, какая тут у нас Сочи атмосфера. Да.
Так, смотрите, какой тут вид открывается. Красивый. Вот такое. Так, иду в своих бахилах, шуршу тут. Что-то не понимаю. По-моему, в бахилах просто собирается вода, и сейчас будет еще хуже, чем без бахил. Так, вот тут краснополянские дворики. Такие милые, да? Во время дождя все кажется такое более зеленое, насыщенное, что ли, не могу понять. Показываю вам улочки разные. Мне нравится в дождь такой вид интересный, волшебный. Агентство недвижимости Поляна. Телеграм у них есть. Так, мы потихонечку подходим к Неве. Проходим в шоу-рум. Наша Поляна. В общем, тут все есть, что нужно. Маршрутное бюро, прокат оборудования. Такие красивые тут. Вообще все тут красивое. Хвоя. Свеженькая. Так, тут аккуратно надо быть, тут вообще могут забрызгать. Вот я пробираюсь. Видите, тут лужа справа. О, вон едут, сейчас забрызгают. Так, вот мы пришли, куда я хотел. Там серф-кофе. Вот супермаркет «Золотая Нева». Тут есть остановка, я сейчас на остановочку сяду, вон она остановка, и поеду
курортную зону. Тут памятник Гречко, битву за Кавказ. Так, пару кадров. С Гречко давайте. Так, ну все, на этом буду прощаться. Желаю всем удачи, успехов, хорошего настроения. Подписывайтесь на все мои ресурсы. Всем спасибо за просмотр и счастливо, друзья. До скорых интересных новых встреч.